2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1,105,248 же 79,20% добушту, башкача айтканда шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Честно исполнять обязанности президента, соблюдать права граждан, нормы Конституции и целостность народа, поклялся Садыр Джапаров, приложив руку на специальный экземпляр основного закона страны. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандарын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Избранному главе государства вручено удостоверение президента. Далее нагрудный знак. И, наконец, штандарт президента Кыргызстана. Знаки отличия и символы президентской власти вручены. Избранный глава государства Садыр Джапаров выступает с инаугурационной речью. Отметить успел многое. А начал с самого главного – того, что осознает огромную ответственность перед народом за его настоящее и будущее. Ответственность эта колоссальная. Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее. Вера и надежда людей на лучшее будущее, а также целеустремленность нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. Отдельно глава государства отметил обеспечение граждан рабочими местами, возвращение тысяч мигрантов на родину, реализацию крупных проектов, включая Камбаратинскую и Сарыджаскую ГЭСы, сказал Садыр Джапаров и то, что сделает все для процветания народа, твердо придерживаясь идеологии национального единства, оправдав надежды и чаяния кыргызстанцев. Я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа.
В должность главы государства Садыр-Джапаров вступает в непростое для страны время. Так называемый экономический коронакризис сейчас переживают все страны мира. Падение ВВП, дефицит бюджета в 19 миллиардов сомов, отток инвестиций. Перед президентом наряду с другими стоит задача восстановить экономическую активность. Подушка безопасности, она находится, конечно, в таких сферах, которые, ну, как бы оказались востребованы даже во времена пандемии. Это вот как раз горнорудная отрасль. Конечно, энергетический сектор. Без него вообще сложно говорить о запуске каких-либо новых производств. Поэтому, конечно, сейчас фраза «кадры решают все», она будет особо актуальна. И когда мы говорим, что вот должны реализовываться проекты, ну, это же задача не только одного президента. Это задача и кабинета министров. Укрепление отношений со стратегическими партнерами, развитие сотрудничества с другими государствами, сохранение добрососедских отношений. Садыр-Джапаров в инаугурационной речи назвал и приоритеты во внешней политике Кыргызстана. Президент отметил, что здесь страна намерена придерживаться стратегии многовекторности. Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане, в трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям, Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится к странам Центральной Азии, а также особо хочу отметить Турцию. Мы верим, что Китай, как наш сосед и партнер, роль которого растет с каждым днем мировой политики и экономики, в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, продолжит свои экономические и взаимовыгодные отношения. Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии. Обозначая приоритеты, глава государства отметил и укрепление двусторонних отношений в самых разных сферах со стратегическими партнерами. И, как отмечают аналитики, внешняя политика должна строиться на принципах защиты интересов и развития страны, улучшения жизни кыргызстанцев и обеспечения их безопасности. И эту направленность подчеркнул Садыр-Джапаров. Бауырлас кыргыз халкына кот перекемен өркендеу тлеймін. Ізгі ниетпен Нурсултан Назарбаев, Казахстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы. Присутствовали на церемонии инаугурации, к слову, послы иностранных государств, аккредитованных в Кыргызстане, спецпредставители зарубежных лидеров и главы международных организаций. Это хороший знак. Знак о том, что именно эти страны поддерживают нашу политику, поддерживают выбор нашего народа и избрание именно такого президента, который будет развивать именно вот политику добрососедства прежде всего и взаимосотрудничества с нашими главными партнерами. Кыргызстан, как и раньше, придерживался, то есть именно вот такой многоплановости. То есть он не будет именно направлять или, скажем, концентрироваться на какой-то определенном вот направлении или стране, а именно поддерживать именно вот хорошие, взаимовыгодные, я бы подчеркнул, отношения со всеми странами мира. О состоявшемся плебисците гости церемонии говорят как о событии сверхважном для будущего страны. Садыр-Джапаров заручился поддержкой более 79% избирателей. Кыргызстанцы поверили ему. Главе государства необходимо показать свою эффективность. Кыргызстанцы сами решили, кому они доверят управление страной в течение следующего президентского срока. Выбрали того человека, кто, по их мнению, сможет справиться с существующими проблемами. Вместе с тем, граждане впервые сами выбрали и форму правления. Сейчас же кыргызстанцы ждут решительных перемен, веря, что все реформы, озвученные главой государства, будут притворены в жизнь.
Кыргызстанцы ждут момента, когда президент наконец выведет страну из кризиса, который сможет обеспечить мир в стране и процветание экономики. И свои надежды они связывают с Адыром Джапаровым. Люди поверили ему. Мы же даем свое благословение. Я думаю, чтобы было спокойствие и чтобы народ бестревожно прожил. И чтобы мы равнялись на те развитые страны, да, для чего надо поднимать экономику. Саламат здоровья, аскерлер! Церемония инаугурации скромная, длилась не более часа и завершилась парадом военнослужащих Нацгвардии. Уже в качестве главнокомандующего вооруженными силами его принял Садыр Джапаров. Уже после торжественной части Садыр Джапаров прибыл в дом правительства, встретил его исполняющий до этих пор обязанности президента Торага Джогорку Кенеша Талант Мамытов, а это рабочий кабинет президента. И если раньше президент работал в Белом доме, то теперь кабинет главы государства Садыра Джапарова и его администрации находится здесь, в доме правительства, на старой площади имени Турдакуна Усубалиева. За церемонией официального вступления в должность президента и принесения присяги зрители могли наблюдать в прямом эфире КТРК. Инаугурацию для горожан и гостей столицы транслировали и на центральной площади Алатау. Уже после инаугурации глава государства провел встречу с главами и представителями международных организаций. Кыргызстан занимает устойчивую позицию, направленную на усиление интеграции государств, участников СНГ и уделяет особое внимание развитию ЕАЭС. Отметил Садыр Джапаров и тесные партнерские отношения между Кыргызстаном и ООН во многих сферах. В то же время страна расширит сотрудничество с европейскими партнерами, включая все страны Евросоюза, и продолжит плодотворное сотрудничество с ССТГ, Тюркпа, Тюрксой и Международной Тюркской академией. Биздин мамлекет буга чейин жетишилген эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди ак ниеттүүлүк менен аткарып келгендигин жана мындан ары да аткара берерин баса белгилеп кетем. Чет өлкөлүк өнөктөштөр, эл аралык уюмдар жана финансылык институттар менен өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө өтө чоң маани беребиз. Представители международных организаций поздравили Садыра Джапарова с официальным вступлением в должность главы государства, подчеркнув, что итоги выборов отражают большое доверие народа. Они выразили надежду, что Садыр Джапаров станет прогрессивным лидером и страна достигнет положительного социально-экономического развития. Подтвердили они и свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, Кыргызская республика занимает достаточно активную позицию. И мы сейчас вот работаем уже над первыми подходами по реализации стратегии развития нашего союза до 2025 года. Что касается ОДКБ, господин президент, то, конечно, мы отметили и очень приветствуем то, что в вашей предвыборной кампании, да, и в программе вашей предвыборной звучало то, что Кыргызская республика сохраняет свое участие во всех внешнеполитических организациях и свою роль. Президент Европейского совета господин Шарль Мишель еще раз попросил мне передать наши заверения, что мы готовы тесно сотрудничать и поддерживать процесс реформ Кыргызстана. Для нас Кыргызстан – это очень важный партнер, пример развития путем демократии очень важен для не только Кыргызстана, но и для всего региона. Глава государства отметил проведение Кыргызстаном прагматичной, последовательной и прозрачной внешней политики. Страна при этом придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными организациями и финансовыми институтами. Аяна Дюшикеева, Сентура Быкеев, Алатау 24.